Друзья, всем привет! Показываю вам участки. Показываю участок вам сегодня в Ло-О, недалеко от улицы Енисейской. Вот участок перед вами. Вот он сильно заросший, я на него сейчас не полезу. В принципе, все видно и так. Вот здесь проходит дорога между вторым блоком участков. Вот там идет асфальт и строятся новые дома. Там участок мы продали весной. Там сейчас строится тоже один дом. И вот здесь вот нарезка, тут будет тоже распродан под коттеджи. Вот, Дима показывает рукой. Вот там видно море очень хорошо. И это я стою на дороге как раз. То есть это дорога между участками. Оттуда будет вид с каждого участка. Вот, верхняя часть получается вот на этой горочке. По вот здесь вот по склону надо, естественно, делать опорные стены. Вот, но видовые участки, они почти все идут с опорками. И очень важно, что... Сейчас покажу. То, что мы через дорогу идем и попадаем в замечательный, красивейший лес. То есть есть где погулять. А рядом еще старые чайные плантации. Вот там вот правее. Вот здесь вот сейчас я пройду по дороге. Вы все сами увидите. Вот здесь вот отличный лесок, в котором гуляет. Наверху можно подняться на гору. Там есть Лооский храм. Вот этот лес. Дубово-грабовый. А вот поднимусь. Да. Оттуда можно досыпать дорогу. Вот там мы продали уже участок. Там классно. И вот смотрите, какой лес для прогулок. Там ручей бежит. Очень хорошее место, грибы растут. Сейчас я поднимусь на участок. Вот пошел участок. Смотрите, вот жесткие породы. Вот они сразу сверху. С примесью железа. Я в нижней части участка. Посмотрите, какой вид на море. Шикарно. Очень хорошо. И вот там чайные плантации. Вот их видно. Вот, да, вот тот участок мы продали. Строят уже опорки, хотя он ровный. То есть все лучше подкреплять опорками в Сочи. Грунты у нас достаточно мягкие. Надо работать с рельефом. Ладно, на самую гору я не полезу. В принципе, так все очень хорошо видно. Интересный вариант. Звоните, пишите, ставьте лайки, кто хочет зайти сюда на строительство, либо просто приобрести здесь участок. Наверное, мы его будем брать. Мне нравится. Стоит он того. Тут очень хороший контингент у нас складывается уже по опыту. Замечательная семья будет жить рядом с четырьмя детьми. Хорошие люди. Так что, друзья, до скорых встреч. Звоните, пишите, ставьте лайки. И любуйтесь нашей замечательной зимой. Вот такая у нас зима. +11. Я даже сейчас пиджак снял, потому что очень жарко. Все, друзья, пока-пока. Не забывайте звонить.